Микрорайон «Зеленые аллеи» – одно из самых густонаселенных мест в Ленинском округе. Комплекс уже обеспечен магазинами, общеобразовательными учреждениями и другой необходимой инфраструктурой. А скоро здесь появится еще один детский сад. Его строительство уже началось. Мы находимся сейчас на строительной площадке детского садика, 155 мест, 3000 квадратных метров общей площади. Завершаем строительство в июне 2025 года. Тогда же будет осуществлен ввод и передача в администрацию готового объекта. Дошкольное учреждение возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Само здание будет трехэтажное, построенное по современным технологиям. Детский сад оборудуют мебелью и пищевым блоком. На территории разместят теневые навесы, площадки для игр и спорта. Помещение будет полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проектом предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы. Материалы все отечественные, надлежащего качества. Группа компании «Самолет» строго соблюдает требования СНИПов, ГОСТов. Местные жители уже в ожидании того, когда новый детский сад откроет свои двери для посещения. Хорошо, что строят, потому что мест мало, очереди большие. Нам вот 3 будет осенью, мы еще в очереди далеко стоим. Как бы, ну не знаю, когда нам дадут его, к 4 хотя бы, надеемся. Вот, если это построят, надеемся, что будет получше. Очень жду. Нам очень тяжело в садик попасть. У меня старший сюда ходил, шикарный садик, но попасть там переполнено все. Очень жду. У меня второй младший. Очень-очень жду. Надеюсь, попадем. Ему вот 2 будет. Надеюсь, в 3 уже пойдет. Кроме этого объекта, на территории ЖК «Зеленые аллеи» застройщик планирует построить школу на 1225 мест. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».